Здравствуйте, товарищ. Мы с вами находимся в Париже, во Франции. Это вот река Сена. Вон сдали виднеется остров Сите. Сюда мы прибыли на метро из района Лет-де-Франс, где мы поселились. Где-то ехали минут 20, чтобы посмотреть на собор Нотр-Дам. Вот он сам собор. Это улица около собора. Видите, очень много людей, в основном туристы, которые пришли посмотреть на собор. Как вы знаете, Франция занимает первое место в мире по количеству принимаемых туристов. Сюда едут туристы со всего мира. Ну вот, пьют куранты. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, как он устроен изнутри. Заходим, полумрак, витражи на стенах, место окон. Везде скульптуры, барельефы, картины и очень много туристов, которые также снимают фильмы, фотографии, селфи на память. Очень красиво внутри. Потолки высокие, арки тоже высокие. Вот барельефы на стенах. Вот витражи вместо стекол. Ну, здесь, видите, горят лампы, освещение. Хотя день. Вот потолок, пожалуйста, высокий. Вот на окнах витражи вместо стекол. А это вот замки. Это вот бросает монеты, загадывает желание. А здесь вешают замки и загадывают желание. То есть замки вместо монет. Это мост. По этому мосту мы пойдем к площади, к дворцу Лувр. Вот мы на площади перед дворцом Лувр. Здесь очень тоже много туристов. Все снимают на память. А вот это пирамида стеклянная. Внутри проход под землей, проходим во дворец. Вот мы уже во дворце. Очень красиво. Вот. Очень много картин на стенах, люстры, позолота на стенах. Ну, если все снимать, дня не хватит. Очень красиво очень. Это надо посмотреть. Это картины. Экспозиция тоже очень большая. Картин очень много. Если все снимать, это дня не хватит. Здесь тоже вон, пожалуйста, ходят туристы, смотрят, снимают. Здесь представлены картины всех известных средневековых художников. Ну и современные художники есть. То есть разные эпохи представлены в этой картинной галерее. И картины со всех стран Европы и даже мира. Ну что ж, посмотрели картины, дворцы, теперь посмотрим вечерний Париж. Прогуляемся по Елисейским полям. Здесь очень много магазинов, кафе, где можно отдохнуть, перекусить, купить что-нибудь. И очень много туристов ходит. И что интересно, все кафе, у них столики стоят на улице. Темнело уже, темнеет вечерний Париж. Ну, пожалуйста, столики, все сидят на улице. Вот, еще кафе. Кафе очень много, как и магазинов. Есть что посмотреть, где купить, где покушать. На улице не жарко, даже прохладно для нас. То есть очень комфортно сейчас находиться на улице. Гулять. Вот опять магазины, столовые, кафе.
кушай, покупай, не хочу. Вот, пожалуйста, картина на стене. Ну вот, посмотрели улицы. Зайдем в какой-нибудь магазин, посмотрим. Вот, пожалуйста, магазин изнутри. Это вот мыло, моющие средства, шампунь. А это рядом находится кондитерская. Да. Разные виды кондитерских изделий. Здесь же можно взять и покушать. Покушали, вышли. Можно посмотреть за городом. Так, сельские местности. Вот, пожалуйста, ветряки стоят. Они вырабатывают экологически чистую электроэнергию. Сейчас в Европе очень много используют, хотят использовать экологически чистую электроэнергию. На этом я заканчиваю. Если понравилось, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.